сегодня жить ветеранам не на что. Вот как мы должны жить, посмотрите. Вот, я вам покажу. Вот как мы должны жить. Посмотрите, вот так должна быть граница между Россией и Украиной. Вот так. Да на фене должно быть. Да, да, она будет. Вот так. Посмотрите, как красиво, да? Да разве можно брат на брата пошел? Это бага, хунта эта, проклятая, захватила власть и угробит Украину, ссорит вас с Россией. То, что родила Путин виноват. Вот это же поприние все время бедному народу вдалбливается. Молодежь. Вот так мы будем жить. Придет это время. Вот так. Вот оно. Ты согласна? Да. Мы славяне вот такие общительные. А что у вас там с того боку? Покажите, пожалуйста. Здорово, прорадовать. Отставили. Не обижайте. Этот человек умер, 5 рублей. Ничего нет. А великую державу оставил. Великую. Вот, не уберегли мы ее. Стыдно нашему поколению. Не уберегли мы Советский Союз. Но банка сказала, Советский Союз возродится. И никогда Россия не погибнет. Никогда. Она под покровом Божьей Матери. Она не погибнет. Какие бы мы там жизни не были на земном шаре, никогда не погибнет. Покажите великого Сталина. Покажите Жукова, Буденного. Кто там у нас еще? Рокоссовский. И все они герои Советского Союза. Вот они, лапочки, освобождали нашу великую страну. Мы ее не уберегли. Стыдно нам, стыдно. Очень.